Медицинская сестра и фельдшер – профессии, которые можно получить в Саровском медколледже. Набор абитуриентов уже идет по двум специальностям. Сестринское дело на базе 9 и лечебное дело на базе 11 классов. Сроки обучения – 3 года и 10 месяцев. В этом году по направлению сестринское дело абитуриентам предложат 50 бюджетных мест и 25 платных. На лечебное дело набирают 25 человек только на платной основе. Нехватка медицинских кадров среднего медицинского персонала по стране в связи с, наверное, не очень благополучной эпидемиологической ситуацией в стране. То есть возрос интерес к нашим специальностям. Поэтому не тяните, пожалуйста, если вы планируете получить такие замечательные специальности, как фельдшер и медицинская сестра, как можно раньше приходите к нам в приемную комиссию. Первый этап зачисления – подача заявления. Необходимый пакет документов нужно предоставить в колледж до 10 августа, а именно ксерокопии паспорта, документы государственного образца об образовании, СНИЛС, приписного свидетельства, военного билета для юных, 4 фотографии размера 3×4, медицинскую справку, а также заявление. Оригиналы принимают до 16 августа. Вся информация располагается и размещена на сайте нашего колледжа. А также абитуриенты могут отследить статус своего заявления в региональной информационной системе, так называемой РГИС, а также в федеральной информационной системе ФИСГЕ и приема. Подать документы можно как лично, так и через портал госуслуг, либо электронную почту. Медколледж также приглашает на учебу иногородних абитуриентов. Традиционно сюда поступают выпускники школ Дивеева, Вознесенска, Сатиса и других населенных пунктов. Администрация предоставляет таким студентам места в городских общежитиях. В качестве вступительных испытаний психологическое тестирование, в ходе которого мы говорим абитуриентам, даем рекомендации абитуриентам, соответствуют ли они получаемой специальности, соответствуют ли их личностные качества получаемой специальности. Дополнительную информацию о приемной кампании можно получить по телефону 5-46-50. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.